Знакомьтесь, Ник Евдокимов, опытный предприниматель в индустрии блокчейн и инновационных разработок, эксперт в сфере интернет-маркетинга. Он был генеральным директором в корпорации Appintop, где проработал 3 года. Позже Ник стал генеральным директором компании Cryptonomos. Сейчас он управляет AdtoApp и является стратегическим директором ICO Box, первой компании, ведущей деятельность по обе стороны ICO, поддерживая его организаторов и приобретая токены новых стартапов. За более чем 14-летний опыт работы интернет-предпринимателем Ник Евдокимов содействовал разработке множества продуктов в сфере цифрового маркетинга и блокчейн.